Всем привет! Красота, ляпота! Мямяшку нашел вам. 3+2. Огромная квартира. Супер вид. Даже отсюда Гази-Паша видно. Вид на горы. Вид на меня. Конфетка в районе Тосмор. 3+2, 5-комнатная. Сейчас посчитаем, я сам не смог посчитать, потому что огромная квартира, огромная. Здесь огромная территория. Расстояние до моря 950 метров максимум до воды. Люб воду. Смотри, вот как закат. Закат. Вид на крепость Аланию. Этот вид у вас никогда не закроется. Огромная терраса. Открытая. Зона барбекю. Опять я хочу вам показать закат. Тут какой прекрасный по вечерам. Вот я глазами вижу, как... Вот так вижу глазами. Вот отсюда стою. Вот. Ролик просто не показывает вид. Вот я вот так его вижу. Вот. Квартирка под ключ. После европейца. Огромная терраса. Можете как-то застеклить не будет. Как-то по-другому сделать сможете. Балкона мебель из Дании. Все качественное. Даже мраморный столик там. Хочу ходить отсюда никуда. Квартирка для большой семьи. Чем покупать виллу, лучше покупать такую квартирку недалеко от моря. Рядом есть магазины. О. Много времени снимаю. Вид на горы. Ляпота. Дорогие зрители, квартирка тоже хорошая. А, покажу такой столик мраморный из Дании. Это у нас томат. Сейчас показываю вам квартирку. Задний фон тоже покажем снова. Смотрим этой квартирой. Теплые полы по всей квартире. Наверху у нас гостевая комната сделана, отдельная кухня, бытовая техника Bosch. В магазин выходят вот такие пирожки, холодильник. У меня слов нету, у меня бы были бы такие денежки. Так, здесь тоже гостевую сделал. Можно сделать спальню. Как хотите, так и сделайте. Тут где-то у нас 50, как минимум 60, максимум 60, 65 квадратных метров весь этаж. Большая. Санузел. Подходит под ВНЖ. Видите, еще теплые полы. Только не звоните мне в такой момент. Спускаюсь вниз. Двухуровневая квартира. Мраморный пол везде. Огромная территория. Самая огромная территория здесь. Это единственный такой большой проект. Тут водопады. Три бассейна. Айда 220 лир, не то 250 стало. Первая большая спальня. Тройник от меня в подарок.
Балкончик. Наверное, первый балкончик там, кажется, еще есть. Я просто не погулял по квартире, сразу на террасу поднялся, потому что закат, видите, убежал уже закат. Вид с балкона. Теннисный корт, баскетбольная площадка, детская игровая площадка, там песок. Видите, зона барбекю, люди шашлык-машлык готовят. Речка протекает внутри, вот видите. При помощи этой речки используют мотор, и там в той стороне водопад включается 2 раза в день. Есть 3 генератора, беседка здесь. Ну, 4 беседки больших, или 6, кажется, или 8, не помню. Но огромная территория. Один бассейн там, один бассейн за зданием и один внизу. Там с горкой, но ее в этом году что-то не запустили. Кажется, технические проблемы там исправят. Ха, гостиная комната. Телевизор Грундик старенький, нужно поменять. Вот, гостиная комната. Квадратные метры здесь, общая площадь. Я думаю, что как минимум 230 квадратных метров. Полезная площадь. Отмерять у меня не получилось. Какая интересная люстра. Платяной встроенный шкаф с доводчиками. Ну, я бы конфетку сделал бы из нее с начинкой там. Теперь второй санузел. Первый был наверху. Сушилка, стиралка, все есть. Да. 2 санузла. Сейчас я посмотрю. Подождите, я сейчас вернусь, кажется. За этой дверью где-то спрятали, что ли? Нет. 2 санузла. Хватает, думаешь? Что поделать? Я думал, 3. Было бы хорошо, но 3-го нету. Горгона, змея, забыла свою голову. Люстра. Сейф в стенке. Спальня как минимум 18 квадратных метров. 16-18 между ними. 3-й балкон. Вот так будете наблюдать за всей красотой. Там тоже есть. Вот. А, как красиво. Балкончик можно застеклить, будет еще одна комнатка дополнительная. Юго-западная сторона. Квартирка наша. Этажность 13-14, она выше всех проектов. Так что вид у вас никогда не закроется. Цена. Цена, дорогие зрители, 263 тысячи евро. Есть малюсенький торг, но есть. Номер телефона плюс 90-555-064-9110. И Агаси вам найдет вашу квартиру мечты в Алании. Это редкая мечта, так что такие квартиры редко выходят на продажу. Так что учтите, звоните, квартиру только на у меня на передаче. Ключи у меня. Звоните. Спускаюсь вниз, открытая парковка. Что там еще? Чуть не упал. Идемте дальше. Лифт есть один. Тоже теплые полы. А здесь просто светильник. А, понятно. А это испортилось. Голова горгоны, змеи не работает. Коридорчик тоже. Вот такой коридорчик. 1, 2, 3 квартиры на этаже. Отсюда покажу большой бассейн, огромный, там территория. Лифт что-то там опаздывает. Вот.
лифт. Вместимо 4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Проект был сдан. Так, в 2009 году. Этот проект строили датчане, как я знаю. Так что качественный проект района Тосмош. Не теряйте этот вариант, если у вас большая семья. Спускаюсь вниз, показываю территорию. А вы смотрите дальше, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Без юмора не получается. Выхожу, пандуса нету, сразу вот бассейн. Отсюда спускается вниз водопада, огромная территория. Открытая парковка, три входа здесь, это верхний вход. Один вход оттуда и один снизу. Сеть магазинов 101 за этим блоком. Впереди 200 метров шок-маркет. И внизу там несколько магазинов. По четвергам здесь внизу напрямую у нас рынок района Тосмор. Всем пока-пока.